Месяцев, но тем не менее вот о фестивале «Пушкин Британии» наслышан еще в Москве, поэтому мне особенно приятно сегодня вот выступить перед вами. И я должен сказать, что вот фестиваль «Пушкин Британии» стал уже традиционным летним праздником русской поэзии в Лондоне, на который уже 9-й год подряд съезжаются любители русского языка и литературы, и культуры. Но прежде чем мы перейдем к фестивалю, я хотел бы сообщить вам, что сегодня у нас есть еще одно очень важное событие. Министерство культуры России приняло решение наградить медалью 150-летия Антона Павловича Чехова за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, присутствующих здесь сегодня двух британских словистов, исследователей жизни и творчества Чехова. Я еще, к сожалению, не имел счастья быть с ними знакомыми, но сейчас вот познакомимся. Это Розамунд Бартлетт, переводчица и биограф, организовавшая в Англии кампанию по спасению Дома-музея писателя в Ялте, и Дональд Рейфилд, автор, имевший большой резонанс в России биографии Чехова. Я хотел бы сейчас вручить им эту, с моей точки зрения, очень важную и дорогую награду. И если вы позволите, я это сделаю прямо сейчас. Вторая награда — это Дональду Рейфилду. Вот и я. Я бы всегда считал, что для англичан его творчество ничего не может значить, что мы, как известно, производим мороженые рыбы. И когда хотели переводить его рассказы на английский, его всегда как-то отговаривали. Alexander about their father's obsession with medals. He didn't also think that anyone would be reading him very long after his death. So actually, I think he'd be quite pleased that there was a medal being invested 150 years after his death, and that people are still reading him. I mean, he's particularly loved in England, of course, and he's particularly known in this country as a playwright. And one of my missions has been to try and to make him better known as a prose writer, because I think he's really one of the great short story writers. Неформальное общение в рамках фестиваля, без всякого сомнения, способствует укреплению взаимоотношений и внутри российской диаспоры, и ее связи с исторической родиной, и помогает сохранять русский язык и культуру. Особо хотел бы сегодня поприветствовать среди наших почетных гостей членов жюри фестиваля. Это к 2011 году в финале турнира «Пушкин в Британии» побывали 218 поэтов, прозаиков и переводчиков из 54 стран мира. Но Лондон звал твое внимание, твой взор прилежно разобрал сей двойственный собор. Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, пружины смелые, гражданственности новой. Отпор был суровый, но и натиск пламенный. А смелые пружины новой гражданственности вывели фестиваль на ту околоземную орбиту, на которой он сейчас находится. Позвольте назвать пружиной. Посольство России и Великобритании, помним, Юрий Викторович Федотов, и, как видим, чрезвычайный полномочный посол России и Великобритании Александр Владимирович Яковенко. Фонд «Русский мир» Вячеслав Никонов и Алексей Громыко.
Федеральное агентство Россотрудничества Александр Чесноков и Артур Матикян. Лучшие силы библиотеки иностранной литературы в одном лице Екатерина Гениева. И светлой памяти поэт Римма Казакова. Россия снова перед нами. Посольство в Лондоне как часть. Мне трудно выразить словами. Могу лишь только ощущать тепло покинутой России, заботу вашу и фуршет. В поступках мы своих бессильны, хотя нам очень много лет. И нам понятны ваши чувства. А это любят, он и любим. Спасает всех одно искусство, когда мы творчески горим. Язык нас здесь объединяет, мы неразрывны стали с ним. Но вот душа порой страдает, и ваш прием необходим. Он шлет привет нам из России и пожелания побед. Ведь нас к финалу допустили, чтобы в жюри быть тет-а-тет. Спасибо вам за приглашение, его я буду вспоминать. Не может быть иного мнения, я такого не мог мечтать.